Для нас внедрение возобновляемых источников энергии имеет особое значение в силу того, что тариф вырабатываемой дизельной электростанции достаточно высокий. И нам, конечно, нужно сокращать расходы. По ветропарку мы ведем переговоры и уже пришли к согласию с японской корпорацией НЭДО, которая по сути своей финансирует японские компании, производители Митсуи и Камай. И нам безвозмездно данные компании передают оборудование. Это три ветростанции и три дизель-генератора и аккумулятора. То есть будет комплекс такой этот построен. В этом году уже фундаменты подготовлены под ветряные станции. Ну и, соответственно, мы сейчас ведем переговоры по подписанию меморандума, который планируется подписать в феврале месяце. Ну и мы уже в следующем году планируем вот ветряных станций. Только вопрос тут, будет это одна или две, или сразу это будет три. Потому что короткие сроки строительства, еще вопрос стоит логистики, которую мы отрабатываем. А ощутима ли будет экономия дизельного топлива? Ну, мы считаем, что да, экономия будет. Более того, она будет происходить за счет нового оборудования на дизельной станции, то есть снижением расходов удельных. Ну и, конечно же, за счет ветряной электроэнергии.